Заказ видеопародии на сайте Студия Пародист. Я что-то не понял, а что значит забыли? Подождите-ка, но я же дал распоряжение вывесить поздравительные флаги. Ну, вы же должны понимать, что день рождения, он же раз в году бывает. И опять же, это не моя воля, заказ, это указ президента. На сайте мы из-за этого дня рождения даже не можем ремонт в Кремле сделать. Представляете, ну, весь годовой бюджет ушел на постройку нового метро, которое будет названо в честь именинника, значит, это метро Пупкина. Я даже не представляю, где оно находится. Хотя и есть некоторое подозрение, что где-то в деревне Гадюкино, то есть где и живет этот именинник, чем его и поздравляем, но говоря откровенно, по причине, что денег на строительство не хватает, именно по этой причине стройка была остановлена, так и не успев начаться. Ну вот мы с администрацией города Москвы всю ночь совещались, чтобы еще такого переименовать. Мною было принято решение назвать в честь именинника проспект, затем улицу, двор, ну и в конце концов назвали дерево, которое благополучно спилили работники ЖКХ. Вот, объяснив это тем, что дерево стояло на проезжей части и мешало проходу граждан. Но потом выяснилось, что дерево было передано в Московский краеведческий музей, так как представляло из себя особую породу древесины. Так что, уважаемый Серафим Атасович, ваш подарок стал достоянием России и охраняется государством. Заказ видеопародии на сайте Студия Пародист.